Анонс и точность выхода 47-й серии турецкого сериала «Зимородок». 47-я серия сериала выйдет в эфир 24 ноября. Ранее в сериале мы увидели, как Нюхет находит способ избавиться от обвинений в свой адрес и делает неожиданный ход – уходит из дома. Ферит и Абидин продолжают следить за Тайланом. Казым выпытывает у всех, в том числе и у Халисаги, Асуне и Кая. Халисага решает сделать так, чтобы Суна и Кая пообещали друг другу положительный настрой Каи. Сейран просит Ферита отчитаться за фотографии. Ферит подозревает, что за этим стоит Пелин, и начинает действовать, чтобы выяснить это. Пока Сейран пытается разобраться в инциденте с Суной и Каей, отношения между ней и Суной становятся напряженными. Пелин и Перил вынашивают свои планы относительно фотографий с другой стороны. Шакмуз берет Пелин под контроль. 47-я серия сериала выйдет в эфир 24 ноября. Если вам нравится сериал, не ждите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.